Друзья, всем привет! С вами канал Рыбалка в Сибири. Снова водохранилище Обском. Еще рано. Приехал, вообще что-то потемну. Застыл бурно. Потемну. Ну, машины вон идут с 31-го. Потихоньку двигаются народ. Так что рыбалка сейчас начинается. Сейчас пуржу скручу. Посидел на данном месте. Ну, что, 9 метров. Вода, кстати, грязная. Вот здесь. Вон сапог. Потом, ну там, кто знает, Титьки называют место. Потом два маленьких островка. И вот он, бор начинается. Вот стою, ну, не посередине, как бы, ну, ближе к левому берегу. Вот. Ну, вода уже грязная здесь. Ну, не сильно, но прям такая. Погода ясная сегодня вообще, прям видно очень все хорошо. Машины вон с Бурмистрова идут. Ну, может, снежики, конечно, не машины. И у нас, вот он, 31-й. Вот там бор и морской. Напротив, между морским и 31-м, ну, как сейчас, нормально клюет. Сейчас, наверное, туда поеду, так как, потому что, ну, здесь прям вода вообще капец. Она не сильно грязная, не настолько грязная, но мутная. Ну, подход был один. Покрутился возле блесны, ну, без эффекта. Приобрел еще блесну одну. Сказали, что убийца запрещенная. Ну, посмотрим. Кстати, друзья, если я там что-то неправильно назвал, в плане там названия блесны, ну, как бы, ну, орать не надо. Ну, неправильно, неправильно, ошибся в чем-то. Ну, хотя я вроде как не ошибался. Вот. Ссылочки в описании есть под видео. Заходите, там весь товар в магазина. Рыбакам удачи. Блесна, название читайте, как хотите. То есть, ну, весь товар есть, расписание, адрес магазина там. Заходите, выбирайте, смотрите, что интересно. Видео, под видео будет ссылочки на описание в магазине. То есть, в описании, то есть. Будут все там. Не ходя, то есть никуда, можно зайти, посмотреть, выбрать, какой надо товар, и спокойно приехать и купить. Так. Ну, сейчас я буду двигаться в сторону морского, потому что здесь, ну, мне что-то здесь не нравится. Глубина 9-10 метров. Фигня. Один подход какой-то. Ну, пятак раскатанный, я просто остановился, что темно сильно было. Так, ну, вон, с Борового идут. Ну, от сапога сколько это? 2 километра от сапога. То есть, вот он сапог, и сразу вот начало бора, если с Борового смотреть, начало бора вот, ну, как бы рядом. Ладно, поеду. Короче, приехал на место. Подход был, не берет, ножички помазывают. Двух поймали при мне, ну, на машине. Сейчас поставлю то, что работает. Что работает обычно. А то у нас что работает, сейчас не могу найти. Блин, а где у меня красная-то, ёпрасота? Странно. 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 Красный нету. Ладно, сейчас это поставлю. Друзья, вот такую блесну. Говорят, вообще косит. Она вот такая, короче. Ну, значит, все будем косить. Косить. Под косово косить. Сейчас пробуем, закидываем. Давайте.
Ветер такой беспонтовый, блин. Надо, что зацепился еще весь. Ё-просто, подцепился. Зацепился весь. Щеточку не сломал. Так. Вот, друзья, удочка-то, помните, вылетала. Пришел в магазин, парни без проблем поменяли на новую. Так что, такие дела. Рыбачок Алексей тащит. Ну, Алексей вытащил неплохого. Короче, друзья, поставил убийцу, потерял. Поставил колотый лед. Вот с одной лунки 4 штуки. Прям другие блесна подкидывает, там стукает, не берет. А эту прям жрет. Вот он подошел, судачок. Вот он стоит, сейчас посмотрим. Вот. Подошел к блесне. Подошел. Блин, мужик едет какой-то. Блин, пришлось отпустить. Поклевка была такая. Еще там стоит. Как раз мужик ехал. Тут шифруешься как хочешь, как можешь. Ладно. Короче, колотый лед пока рулит. Друзья. Вот такие попадаются. Просек, не почувствовал, пускай, он тянет вниз. Домой его. Сейчас, в следующий раз вытащу, покажу блесну. Ну, уже все знают, колотый лед, что там. Ничего нового. Пока на одной луночке сижу. Мне это нравится. Это нравится. Подходов меньше стало. Рыба заканчивается. Что-то, друзья, мелкий пошел. Совсем прям плохо берет. Крутится, крутится возле блесны. А толку нет. Там поджопник подъехал, там. Руками как замахал тут вообще. Капец. Ну, плоховато. Плоховато. Напротив 31-го сидим. Короче, время обед. Клев прекратился. Там одного вон толпа сидит. Это возле сапога. Вон там толпа. Вон там сидит. Черное все. Ну, растянуты. Но они растянуты очень хорошо. Сейчас мы попробуем, Серега, на это. Маленько там. Если ничего, туда, может, туда проехать. Плохо, плохо у всех, плохо. Дубль 2. Шестерка красная выкинул, не пристегнул, блин. Рыбалочками. Капец. Подхода есть, не берет, блин. Все мотаются.
прошлых у него. Красавчик, чё? Он нифига там рисует. Дуги рисует, капец, берет, не берет. Чё надо? Перемещение. Все приехали. Что без меня? Одни перемещения, больше никто ничего. Вон там. Ну неплохой, неплохой. Полавливаю. Ну, хорошо вытащил. Один я не стираю. Переведем к лесу. Какого-то лед с красным галстуком. Опять блесну. Вон голубь идет. Интересно, подсаживается, нет? Понятно. Все, затихло. Сейчас глянем. Поклевал, поклевал у всех. И тишина. Пол четвертого. Он до пол пятого сейчас будет молчать. Так, ну вот, все рассосались. Чик, никого. Фигня, короче, заканчивается пока. Вот так и рыбачим в дружной компании. Здесь все. Трубу взял, нет? Не. Сход был хороший. Все. Ну, всегда хороший сход. Здесь судачок хороший. Вот так, друзья, надо ловить. Вот таких судачков. Ого! Проглотил. Просто. Просто съел. Просто съел. Легкий переход. Выждал, пока на буре идти. Ну что, друзья, могу сказать по сегодняшней рыбалке. Ну какая-то фигня, короче. Много подходов. Кто-то ловил хорошо. Но у меня с удачу с красным галстуком убийцу потерял. Шестерку утопил. Колотый лед с утра только поработал, потом в обед клюнул. Блин, ну вот такие рыбалки мне непонятные, короче. Клевал, ну не у всех, вообще не у всех. Кто-то хорошо с одной лунки, там и по 15, и по 10 штук с лунки. Ну,
Я сегодня забрал на стадии фола там штук 7-8 просто. Ну а штуки 2, наверное, 4 отпустил. Ну и все, подходы. Брать не берет. Ну, меня сегодня видели люди. Все так подтвердят. Ну, были хорошие судаки, 2-3 килограмма, то есть были. Ну, в основном возле 31-го все. Напротив 31-го, вправо, влево, в сторону Борового, в сторону Морского. Вот на этой полосе. Дальше никуда не ездил. Так что, ну, не каждый день ловить-то. Так что, всем удачи, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.